What is happiness for you? Він знову от це лікало. Перфорація? Так. Тобто, не так. Вот сам забыл. То есть мы пакет с другой стороны. Нам нужно сделать перфорацию на внутренний пакет. Значит, дырки у нас должны быть вот здесь. Понятно. Значит, делаем вот так. Это заворачиваем. Ставим. Сюда кладем опять вот это лекало. Сюда. Перекладываем. И вот так вот прижимаем. Натягиваем. Да, оно получается в натяжечку. Видим, что здесь у нас остается тот запас, который мы будем заклеивать, а вот это пространство, которое нужно перфорировать. И оно хорошо так вот лежит, вот пальцами сюда прижали. И... Здесь уже надо побольше, да? Да, только дырки вот именно внутри не бить сильные, так чтобы не прокалывать, только вот этот звук, когда он... Все. И теперь сделали. Такое ощущение, что здесь больше проперфорировали, чем на... Да без разницы. Это не, да, это не так важно. Теперь, если это вынуть, получается, что у нас перфорация получилась. Вот если делать склейку, то перфорация только внутри, между этими двумя склейками. Все. И получается, да. Но обычно я делаю все поэтапно. То есть сейчас, допустим, сделал, потом вставать, клеить нехорошо. Нет, поэтому нет, это нет. Сделали, и можно вот эту заготовку уже отложить в сторону. Так намного удобнее. Следующее, да. То есть настроились на один какую-то функцию и потом положили.